Магазин трейлеров, четвертый ролик, еще один вариант прицепной. Кстати говоря, вот еще вот этот. Ага. Это 300 тысяч. Похоже, что мы посмотрели в первом ролике. А сколько вот это стоит? Не знаю, прицеп, я думаю, 1060. Это 1060. То есть тут 100, а 60 это потому, что он не моторный, а нужно его присоединять. Цепляется, в машине едет. Ох, ни хрена себе! Отели прям! Да, слушай, как в каком-нибудь Шератоне или Хилтоне. Прям отдельная комната, эти как в отеле прям. Да, да, там шкаф, туда дальше в ту сторону. А сколько он стоит такой вот? 60. Ну его можно купить и, конечно, бэушно уже намного дешевле. Он к машине, да, прикрепляется к машине? Ну надо машину сразу будет. То есть если он юзанный, то можно дешевле взять. Оригинальная, да? Смотри, такая... Столовая. Слушай, да тут просто тусовку можно организовать. Вообще клуб на колесах. И столовая, холодильник красиво, они делают все. Можно посидеть на диванчике. Газовая плита, кухня. Слушай, ну это решение для тех, кто офис хотел бы вообще сделать. Вот. Умывальник, видишь, как ты придумал? Да. Это реально офис, да. Эдик, слушай, вот если не дурацкие наши законы российские с ввозом таких вещей, это считай, человек вместо того, чтобы офис покупать себе, сюда может купить такую штуку, здесь. И это будет круче, чем любой офис там в центре Москвы с такой начинкой. Телевизор и камин. Покажи. Телевизор и камин, да. Ну, этот без машины, то он 60. И тоже плиточка тут есть газовая. Тут все продумано. И холодильники. Так, они что-то... А, видимо, заблокированы. Шкафчики. Все продумано. Все, блин, просто продумано.